Всем привет! Мечтаете переехать от родителей, ждете пополнения или просто ищете уютный уголок для себя любимых? Сегодня расскажу, как наиболее выгодно купить квартиру мечты от города. Спрос на покупку жилья растет. Пропорционально поднимаются и цены на новостройки. Также сокращается количество предложений. Поэтому во многом стоит обратить внимание на вторичку. Более того, начальная цена на лоты, выставленные сейчас на торги в САО, чуть больше 2,5 миллионов за однушку. А самая дорогая – это восьмикомнатная квартира за 26 миллионов рублей. Она находится на улице Росковой, 10. Большинство лотов представлено в Хорошовском районе. Это наиболее ориентированный на природу квартал. Если вы хотите единение с природой, это предложение для вас. Здесь расположены однушки. Самая дорогая на Хорошовском проезде за 3,7 миллиона рублей. Они в пешей доступности от метро, рядом магазин, тренажерный зал и общеобразовательные учреждения. Также хочу заметить, что квартиры подойдут и для инвестирования. Со временем их цена только возрастет. Подписывайтесь на наши социальные сети. Я желаю вам удачи на торгах. Пока-пока!